Реконструкция автодороги в районе алматинского рынка Алтын-Орда начнется в апреле следующего года. Соответствующее поручение исполнительным органам дал первый заместитель премьер-министра республики Аскар Мамин во время рабочего визита в Алматы и Алматинскую область. На сегодняшний день это один из самых проблемных участков. Из-за километровых пробок автолюбители часами не могут выехать из города в западном направлении. Четырехполосная дорога не в состоянии обеспечить пропускную способность, поэтому ее расширят до 10 полос. Кроме этого, планируется возведение 3 разворотных эстакад и надземного пешеходного перехода. Проблема Алтын-Орды будет снята. Посредине будет с одной стороны 2 транзитных без остановки в сторону Бишкека будут уходить. С другой стороны 2 полосы будут напрямую транзитом в город Алмату заезжать. А 3 полосы справа и слева они будут работать на то, чтобы заехать, развернуться на рынке, на это. Во время рабочего визита Аскар Мамин также ознакомился с ходом строительства инфраструктурных объектов 4 будущих городов-спутников Алматы. В одном из них будет располагаться индустриальная зона. 4 крупных компании уже изъявили желание вложить инвестиции и построить там теплицы, предприятия по переработке сельхозпродукции и фармацевтический завод.